Всем огромный привет! Март месяц, начало весны. У нас ветер такой не слабый. Тропинку все опять замело. Пробиваемся к нашей тычке. Вчера должен был я снарядить все, но не поймал живцов. Пришлось выйти вечером. Вышел вечером порыбачить и поймать живцов на тычке. Сегодня днем выходил. Ветрище было. Походил, побродил. Ни одной поклевки не было днем. Вообще в лунку заглядывал. Ни одной рыбешки. Сейчас вот в лунку заглядываешь. Рыба плавает. Рыба вон есть. Так что я думаю, наловлю я живцов. Заряжать буду тычку. Время уже позднее. Ну, либо не видно. Немного поймал живцов. Снаряжу. А завтра уже посмотрим. Днем я обходил до той стороны, до той. Ну что ж, сворачиваем с бураньего следа. Пойдем по целику. Немножко осталось. Хочу попробовать там порыбачить. Не получится. Здесь еще у нас коса продолжает. Видите, камни лежат. Там мель, коса. Затупил бур. Сейчас я до нее добираюсь. Проверить ее. Надеюсь, что налимчик ждет меня. И посижу немножко. Попробую на удочку поймать. Как я уже говорил, днем не ловится. Ловится вечером. Ну, надеюсь на другой исход событий. Ветерок хороший такой дует. По мне, лучше мороз, чем ветер. Ветер такой пронизывающий, особенно вот на реках. Прохладно. Ну что, мы уже почти доходим. Уже дошли практически. Так вот, лунка все равно, хоть и температура у нас потеплела, все равно она обмерзает. Но не так, конечно, как в минус 50, минус 55. Ну вот, имеет место быть. Так что мы по возможности расширяем ее.
по возможности. Так, если честно, мне ничего не видно. О, что-то было, что-то есть. Вот, друзья, есть один налимчик. О, хорошенький. Как видите, не маленький. Так. Хорош. Ну все, тоже где-то килограмма полтора, около двух килограмм. Есть налим. Не зря я вчера здесь вылазил. Поймал я все-таки. Хорош. Ну вот, все. О, он даже два крючка проглотил. Представляете, там, оказывается, еще один. Ну ты жадный. Жадно попался. Двушечка примерно, полторушечка. Душечка, полторушечка. А. Вот, пожалуйста. А? Чем не красавец? Да, вот он его обварил, обслюнявил. Этого тоже. Ну вот так вот он. Такой вот налимчик. Так, пускай пока в воде обмочится. Мы сейчас попробуем поймать живцов. Попробуем поймать живцов и снарядить. Все, наловил маленьких живцов. Вот такой бутерброд сделал из троих. Посмотрим, как он покажет. Живые. О. Завтра глянем. В общем, посидел, мальков поймал на удочку. Крючки я зарядил по 2-3 штуки. В общем, бутерброд сделал из живцов маленьких. Завтра, послезавтра сходим и проверим. Все, друзья, до новых встреч.